Алыстан жалын тарады, жер бұсана жатты бұдай. Күн жегесіп түнін қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ерді әу көкте. Көзімнің жасы айхау ерке. Мейрам адамнан келді арай, жер беті жасы сайран, сарадала ән мен шырай. Түркістан тасы ерді әу көктем, көзімнің жасы айхау еркем. Науырыз, науырыз, жылы жек келді айхай, сармай. Песня «Навраз» была придумана в 1997 году. В 1997 году мы встретились с нашим тогдашним менеджером Жаном Костеевым. Он сказал, что есть праздник, возродился новый праздник «Навраз». Мы видим, что его отмечают, возрождаются традиции, забытые казахские. Но, к сожалению, нет пока музыкального какого-то символа у этого праздника. «Почему бы тебе не написать песню?» — сказал он. И я подумал, да, действительно, это хорошая идея, отличная. Песня написалась довольно быстро, минут там, часа за два, может быть. Да. Вот, потом я отправил музыку поэту Ирсейну Жапаху. Он написал слова. Довольно быстро сняли клип тоже, потому что это было все примерно за месяц-полтора до очередного Наурыза. Вот, и, в общем-то, такая несложная, короткая история. Спасибо, конечно, что вы помните нашу музыку, что... Нам всегда интересно работать с молодыми, потому что есть всегда какие-то свежие идеи, которых, возможно, уже у нас нет, да. Нам всегда нравится, когда старая музыка переосмысливается по-новому, молодежи придается какой-то новый колорит, новые смыслы даже. И я думаю, может быть, песня «Навраз» в этом смысле не станет исключением.